Телефоны горячей линии, кинологи с собаками, а также комплекс дополнительных мер. Будет ли обеспечена безопасность во время проведения выборов? Именно это обсудили на очередном окружном онлайн-заседании. Как отметила Наталья Комарова, текущая подготовка проходит соответственно с поставленными сроками. Выдвижение кандидатов уже началось с 9 июля 2020 года. 130 тысяч избирателей будут участвовать. Может участвовать в голосовании, надеемся, что проявят высокую гражданскую ответственность и активность. Для проведения выборов 13 сентября будут задействованы 97 участковых избирательных комиссий, 900 членов комиссии. Количество кандидатов в Нефтеюганске увеличилось. Если недавно их было 5, то на сегодняшний день уже 9. Кстати, завтра последний день подачи документов. И до 7 августа ТИК должен зарегистрировать всех участников выборов. У нас в городе будут проводиться выборы, дополнительные выборы депутата Думы города Нефтеюганска 6-го созыва по 7-му одномандатному избирательному округу. Участвовать в выборах примут участие 3184 избирателя. Округ находится, часть домов 8-го микрорайона и часть домов 9-го микрорайона. Отметим, в Нефтеюганске будет организовано два избирательных участка – 223 и 224 на базе 6-й школы. А будет ли проводиться голосование в 3 дня, это еще предстоит решить округу. Галина Зорина, Денис Ефремов, телерадио, компания «Юганск».